посещая накануне Большой театр оперы и балета, глава государства Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее популяризировать национальные достижения белорусов. Президент ознакомился с выставкой творческих работ и номинантов на государственную премию в области литературы, искусства и архитектуры, на соискание которой выдвинуто 8 работ. После душевного общения главы государства с представителями культуры на сцене Большого театра прошел концерт-презентация. Это были музыкальные номера из произведений, авторы и исполнители которых выдвинуты на госпремию. По словам белорусского лидера, найдется возможность поощрить каждого номинанта. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Повестки дня 12 вопросов, касающихся взаимной торговли, экономики и интеграционного потенциала. Участники совета обсудят организацию в странах объединения импортозамещения комплектующих для машин и сельскохозяйственной техники. Также стороны обсудят развитие экспорта на рынки третьих стран. Финальную версию своей песни для Евровидения представит сегодня группа Navi Band. В композиции «История моего життя» появился бридж и новые инструменты – скрипка и дуда. Для записи использовали только живое их звучание. Именно в таком варианте белорусские участники представят номер на киевской сцене Евровидения в мае. Сейчас артисты продолжают подготовку номера и репетиции. Сегодня «История моего життя» появится в интернете со словами и латинской транскрипцией.